Для того, чтобы стать донором, необходимо в первую очередь сдать анализы. При этом необходимо учитывать, что за 3 дня до этого нельзя принимать анальгетики, аспирин, нельзя употреблять алкоголь. Накануне вечером и утром нельзя употреблять жирную, острую пищу. За 3 часа нельзя курить. И при себе обязательно необходимо иметь паспорт. Молодые люди могут сдавать кровь с 18 лет, потому акция и называется «День донорского совершеннолетия», а привлечение к донорскому движению – общественная необходимость. У меня 2-я группа крови положительная. Пришла сдавать кровь в первый раз. Хочу стать донором, помогать людям. Дни донорского совершеннолетия продлятся до 11 ноября, но на этом федеральная акция не заканчивается. Республиканский центр переливания крови приглашает всех молодых людей оказать помощь людям, нуждающимся в переливании крови. Как вы совершаете сегодня такой ответственный поступок, который как бы показывает вашу осознанную, общественную такую значительную позицию, что вы именно совершаете такой поступок в день совершеннолетия. И первый раз вы станете донорами. Благородная донорская миссия поддерживается государством. Сдавшим кровь предоставляется 1 день отпуска от работы или учебного процесса и денежного вознаграждения – 506 рублей. Но главное все же остается спасение жизни больных. Отмечу, в республике с начала года кровь сдали более 7 тысяч человек, но медучреждения по-прежнему остро нуждаются в донорской крови. Намсарай, Намсараев, Жаргал Сарендашиев, новости дня.